Божьи слова на каждый день. На практике соблюдение заповедей должно быть связано с претворением в жизнь истины. Соблюдая заповеди, следует претворять в жизнь истину. А претворяя в жизнь истину, не следует нарушать принципы заповедей или идти против заповедей. Ты должен делать то, чего от тебя требует Бог. Соблюдение заповедей и претворение в жизнь истины взаимосвязаны, и одно другому не противоречит. Чем больше ты практикуешь истину, тем больше соблюдаешь суть заповедей. Чем больше ты будешь претворять в жизнь истину, тем больше будешь понимать Слово Божье, выраженное в заповедях. Претворение в жизнь истины и соблюдение заповедей не противоречат одно другому, а взаимосвязаны между собой. Поначалу человек был способен практиковать истину и обретать просвещение от Святого Духа только после соблюдения заповедей. Но не в этом заключается Божье изначальное намерение. Бог требует от тебя поклоняться Ему сердцем, а не просто хорошо себя вести. Но ты должен придерживаться заповедей хотя бы поверхностно. Постепенно, через опыт, человек обретает более ясное понимание Бога. Он прекращает бунтовать и противиться Богу, прекращает ставить Божью работу под сомнение. Таким образом, человек может придерживаться сути заповедей. Поэтому простое соблюдение заповедей без претворения в жизнь истины недейственно и не представляет собой истинного поклонения Богу, потому что ты еще не обрел реальной духовной зрелости. Если ты придерживаешься заповедей без истины, это приводит лишь к жесткому соблюдению правил. При этом заповеди становятся твоим законом, который не поможет тебе возрасти в жизни. Напротив, такие законы станут твоим бременем и крепко свяжут тебя, подобно ветхозаветным законам, и в результате ты утратишь присутствие Святого Духа. Поэтому по-настоящему соблюдать заповеди можно только претворяя истину в жизнь. И соблюдение заповедей необходимо для того, чтобы претворять истину в жизнь. Соблюдая заповеди, ты будешь претворять в жизнь еще больше истин. Практикуя истину, ты обретешь еще более глубокое понимание того, что на самом деле означают заповеди. Цель и смысл того, что Бог требует от человека соблюдать заповеди, не в том лишь, чтобы заставить его соблюдать правила, как может вообразить человек. Скорее, смысл здесь во вхождении человека в жизнь. То, насколько ты будешь способен соблюдать заповеди, определяется тем, насколько возрастет твоя жизнь. Хотя заповеди существуют, чтобы человек соблюдал их, сущность заповеди раскрывается только через жизненный опыт человека. В большинстве своем люди полагают, что точно соблюдать заповеди означает, что все готово, осталось только быть восхищенным. Это сумасбродное представление, не соответствующее Божьей воле. Те, которые говорят такие вещи, не желают продвигаться вперед и жаждут плоти. Это же абсурд. Это не соответствует действительности. Божья воля не в том, чтобы лишь претворять истину в жизнь без реального соблюдения заповедей. Те, кто так поступает, калеки. Они как одноногие. Однако лишь выполнение заповедей, словно соблюдая правила без обладания истиной, тоже не является исполнением Божьей воли. Такие люди тоже страдают от своего рода инвалидности, как те,
у кого только один глаз. Можно сказать, что если ты будешь хорошо соблюдать заповеди, будешь обретать ясное понимание практического Бога, то получишь истину. Собственно говоря, ты обретешь настоящую духовную зрелость. Если ты практикуешь истину, которую и должен притворять в жизнь, то ты также будешь соблюдать заповеди. Эти две вещи одна другой не противоречат. Притворение истины в жизнь и соблюдение заповедей — это две системы, каждый из которых является составной частью жизненного опыта человека. Опыт человека должен включать в себя сочетание соблюдения заповедей с притворением в жизнь истины, а не их разделение. Однако между этими двумя вещами есть как различия, так и связующие элементы.